Друзья, усаживайтесь поудобней, берите вкусняшки и бутерброды с чаем. Будет очень интересный обзор. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор электроинструментов и с вами Николай Дотошный. Сегодня у меня на обзоре аккумуляторная болгарка от торговой марки Stark, модель CAG1800. Данная болгарка поставляется без аккумуляторной батареи, то есть она идет как тушка, в комплекте идет рукоять держания, зарядное устройство и ключ для снятия оснастки. Друзья, как и обещал, взял с собой еще батарею 1,5 ампер-часов, и также буду тестировать на 1,5 ампер-часов и также на 6 ампер-часов. Сразу что хотел сказать, чтобы делать какие-то манипуляции с болгаркой, обязательно надо отключать аккумуляторные батареи, потому что здесь мы можем случайно взять в руки, и она сразу включается, то есть нет никаких дополнительных предохранителей на кнопке, то есть я рекомендую снимать аккумуляторные батареи, тогда непосредственно менять оснастку. Попытаюсь передать тем людям, которые хотят купить в интернете и нет возможности подержать болгарку в руках. Друзья, рукоять здесь идет полностью прорезиненная и вверху, и внизу. И также по корпусу есть резиновые вставки. Хотел отметить еще такой момент, что кнопка блокировки шпинделя немного люфтит. То есть при зажатии оснастки есть небольшие люфты. Также бы, конечно, мне хотелось бы здесь видеть быстрозрывной кожух. Ну, это на любителя. Может, я, скажем так, слишком придирчив к этим моментам. Прижимные гайки идут обычные, самые обычные, которые только могут быть. Также хочу отметить тот момент, что на шпинделе вала есть дополнительная защита подшипника от пыли. Меня часто спрашивают в комментариях, почем инструмент, на который я делаю обзор. Так, для этого я зайду на Е-каталог, напишу аккумуляторные болгарки. Так, ну здесь просто огромный ассортимент аккумуляторных болгарок. И Bosch, и Makita, и DeWalt. Ну, мне нужно посмотреть аккумуляторную болгарку Stark. Для этого я воспользуюсь фильтром. Так, выбираю торговую марку Stark. Ну вот, друзья, сразу видно цены. И минимальная, и максимальная. Так, сразу видно, что много магазинов нам предлагают болгарку Stark. Ну, конечно же, можно выбрать в том магазине, который ближе расположен к вам. Также нравится тот момент, что данную болгарку можно сравнить в таблице и посмотреть график изменения цен. Ага, чуть не забыл, добавлю себе ее в закладки и добавлю в сравнение. В общем, все под рукой. Также можно зайти в аксессуары, посмотреть себе разные отрезные диски или другую какую-то оснастку. В общем, друзья, кому интересно, как всегда, все ссылки я оставлю в описании. Ну, конечно, всем интересно, как она работает, из-за чего весь сыр-бор, из-за чего вся движуха. Ну, будьте осторожны, когда одеваете аккумуляторные батареи. Прям вот хочется сюда за рукоять держаться. Прям вот. Ну что ж, плавного пуска нет. Старт быстрый. Кстати, заметил небольшой нюанс. То, что корпус редуктора можно менять в разное положение. Ну, этот момент я, конечно же, потом проверю, не подводит ли меня глаз. Ну что ж, поставил я лепестковый диск и сейчас попробую поработать.
Короче, работает, потом это все дело дошлифую. Друзья, установила огромную щетку, ну, такие щетки на эту болгарку не рекомендую устанавливать, это чисто ради эксперимента, попробую, или она на ней будет работать. Кстати, есть защита, кто интересовался, видно, сработала защита, то есть я надавил сильно и срабатывает защита. Сильно давлю, реально ложусь и срабатывает защита. Этот момент реально заслуживает лайка. Вот, пожалуйста, результат налицо. Так, хочу сменить оснастку. Обязательно, первым делом. Аккумуляторную батарею снимаю, обязательно. И тогда непосредственно уже меняем оснастку. Ну что ж, сменил оснастку. Уголок. Мы почистим, посмотрим. Я попытаюсь сейчас остановить, но на маленькой щетке трудно реально ее остановить. Сейчас попытаюсь. Да, блин, реально трудно. Сейчас. Так, с этой стороны немного удобнее, сейчас я довольно сильнее. Ох ты что, друзья, реально пришлось давить и реально пришлось ложиться. Фух, неудобно через респиратор говорить, но видно, как я даванул. Фух, аж задышка. Я поставлю батарею 1,5 ампер часов. Также хочу посмотреть, как она будет себя вести с этой щеткой. Также хорошо себя ведет. Вот кто смотрит мои обзоры, я перед этим делал на болгарку аккумуляторную Enkel. Кому интересно, здесь будет ссылка. Ну что ж, установил я диск по металлу. Сначала проверю на батарее 1,5 ампер часов. Ну что ж, погнали. Немножко в защиту. Все. Полностью ушла в защиту. Так, ушла болгарка в защиту. Смотрим, сколько нагрелся аккумулятор. 55 градусов. 57 градусов нагрелась батарея. То есть она ушла в защиту. И сделали мы 10 резов. Сейчас 5 минут отдохнем и проверим, или она оживет. Что ж, друзья, а сейчас в бой идет тяжелая артиллерия, это аккумуляторная батарея 6 ампер часов. Ну что ж, погнали. Друзья, я буду пилить и время от времени смотреть, или хватает места на карте, потому что там впритык уже на камере.
всем резом насчитал. Дальше. Пишет. Друзья, сделал около 50 резов, если я не ошибаюсь. Батарея, что нам там показывает? Да, один заряд светится красным. Не знаю, или видно? Не видно. Фу! Скоро надо будет диск менять. 52 или 53? 60 резов я вроде насчитал, если не ошибаюсь. Сейчас дальше. Нужно сменить диск. Уже трудно. Сейчас сменю диск. Так, батарея. Сейчас сфокусируюсь. Секунду. Видно, да, красненьким. Одна в конце светится. Сейчас сменю диск. Друзья, сменил диск, но нашел маленький, тоже недоработанный. Что ж, погнали. Постоянно в защиту, все, ушла в защиту. Так, батарея 36-37 градусов. Поставил батарею 1,5 ампер час, немножечко она ожила, попробуем, что она там накопили. Нет. Если оживает, то на чуть-чуть. Все, она посажена. Так, друзья, проверю пирометром редуктор. После непрерывной работы на двух аккумуляторах 46 градусов. Сама болгарка 31, также не нагрелась. Двигатель 39. Ну, я бы не сказал, что слишком горячая болгарка. Первым диском я резал вот таким вот германским. Он у меня будет участвовать скоро в тесте. Ну что ж, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Друзья, 64 реза сделал. Друзья, 64 реза сделал на аккумуляторной батарее 6 ампер часов. Причем резал в смешанном режиме. Иногда сильно давил, иногда не сильно давил. Ну что ж, результат неплохой. А теперь поехали разбирать. Как я обещал проверить, редуктор имеет сменное положение, то есть его можно установить в любое удобное вам положение и зафиксировать. Так, друзья, что мы видим? Картина у нас с маслом, смазки дали достаточно, шпиндель вала упирается в игольчатый подшипник. Ведомая шестерня на вал напрессованная, никаких шпонок нету. Друзья, сначала покажу кнопку включения. Это обычный микрик. Здесь стоит клавиша, которая нажимает микрик. Все просто.
Ну, а что касается двигателя, так он идет постоянного тока. Точно такой же двигатель, как у сабельной пилы, когда я разбирал. В этом двигателе есть возможность поменять щетки. Это очень хорошо. Плюс вся конструкция на подшипниках. В задней части стоит подшипник. Спереди также стоит шариковый подшипник. Передам вблизи, как залит якорь. То есть возле коллектора все провода усилены, залиты толстым слоем. Ну, замечательно. В задней части якоря стоит подшипник 625. Кстати, брендовый Outdoor. В передней части якоря, где стоит ведущая шестерня, стоит также подшипник Outdoor под номером 6000. Ну что ж, будем подводить итог. Мне очень понравился тот момент, что данная болгарка зажимает оснастку 125 мм. Плюс очень удобно, что корпус редуктора можно приспособить именно под свою работу. Также понравился тот момент, что шестерня абсолютно без шпонок. Ну, реально, мне немножко не понравилась кнопка блокировки шпинделя. Как ни крути, она люфтит. Еще хотел отметить такой момент, что клавиша включения не имеет фиксации. Ну, тут смотря с какой стороны посмотреть. Если со стороны техники безопасности, то этот момент, конечно же, лучше. Но если для длительных работ, у меня лично устала рука. Ну, а по двигателю абсолютно никаких претензий и нету. Плюс порадовал тот момент, что можно менять щетки. А если тебе понравился данный обзор, обязательно подписывайся на канал, нажимай колокольчик, а то пропустишь много чего интересного.